Приветствую вас. Да, проблема несколько в другом заключается, не в том, что вы имеете проблему с потенцией. Вот, проблема заключается в том, что с одной стороны, вы явно не уверены в себе человек, вы явно не уверены в себе. Вот, с другой стороны, восприятие есть восприятие секса, да, как некого способа доказать что-то себе. С другой стороны, наконец, есть еще одна сторона, которая заключается в том, как вы привыкли получать сексуальное удовлетворение, вот, если понимаете, о чем идет речь, конечно, а вот, как вы именно привыкли получать сексуальное удовольствие. В первую очередь, здесь я бы рекомендовал работу с восприятием себя, то есть именно вот с принятием себя, с обретением уверенности, с повышением самооценки. А с другой стороны, с снижением значимости для вас в целом секса, то есть снижение значения секса и восприятие его как некое средство для достижения определенных целей. Вот, которые через секс достигнуть невозможно. Ну и да, восприятие женщин тоже здесь у вас, к сожалению, хромает достаточно сильно, как мы можем видеть. Вот. Это, конечно, неприятно, но тем не менее. Вот. Давайте теперь немножко изучим ваш текст более подробно. Значит, все это время я неистово удовлетворял себя руками, пишите вы еще, Вадика. Так, в школе был уродом по внешности, застенчивым, девушки интереса не проявляли. Ну, смотрите. Здесь у вас явные проблемы с самооценкой, да? В школе был уродом, девушки интереса не проявляли. Кто-то вам внушил, и вы в том числе сами себе, возможно, внушили, что вы урод, и, в общем, что ничего хорошего, да, не получится. Вот. Но это
собственно, как бы вопрос. Вопрос к вам. Да? Вопрос вашего восприятия. Вопрос того, как вы к себе относитесь. Вопрос того, как вы себя воспринимаете. Вот. То есть это об этом. Это про это. Про это. Здесь речь идет именно про это. И соответственно, ну, с этим в первую очередь и нужно работать. Потому что пока вы относитесь к себе таким не самым далеко лучшим образом, да, вряд ли вы можете воспринимать адекватно себя и женщин, вот, и секс тоже. Дальше. Время шло, прическу имидж сменил, как и толстые очки на линзе. Девственные усики сбрил, почему девственные, хорошо зарабатываю, решил на 22-м году жизни потерять девственность с проституткой. Так, значит, 2 дня достаточно мало, кстати говоря. Так, теперь как-то я немного понимаю, теперь у меня к этому обращение. Так, ну, Денис, ваше обращение здесь, оно естественно, потому что так вы себе пытаетесь объяснить, что вам это не надо. Так вы пытаетесь себе объяснить, что вам это не нужно и такое. А понимаете, в чем штука? Штука в том, что вы неопытны. Ну, в сексе. Вы неопытны. И такой вот чистый, если можно так выразиться, чистый секс вам, ну, не сказать, чтобы подходит, к сожалению, потому что у вас нет опыта, и вы, вероятно, не любите себя настолько, да, чтобы просто заниматься сексом, просто делать что-то, ну, что-то приятное для, допустим, самого себя. Поэтому идея, как бы вот, идея чистого секса вам, ну, вероятно, не подходит. Вот. Вероятно. Но зато подошли бы духовные отношения. Как вот один из моих коллег сказал, да, что есть вот такое чувство, как влюбленность. Вот вам подошла бы влюбленность, подошла бы любовь и, соответственно, выстраивание отношений на именно основах любви. Конечно, при условии, если вам этого хочется. При условии, если вы этого хотите сами.
Дальше. Так, ну вы здесь пишете, что теперь я не понимаю, почему ты сходишь с ума по сексу. Ну не сходит с ума по сексу, почему сходит с ума? То есть, что вы вкладываете в это, что ты сходит с ума? Кто все? Опять, да, то есть видите вы здесь. Вы здесь как бы сравниваете себя с другими людьми. А секс это очень интимная, индивидуальная, такая личная история. Вот. Ну, я вас сейчас не виню, вот. И я понимаю, что по-другому вы, наверное, не можете, вот, но тем не менее. Так что нет, у вас нет импотенции, вот, у вас есть страхи, у вас есть комплексы, у вас есть неуверенность в себе, вот, которая переносится на интимную сферу. В частности, вот ощущение, наверное, такое, что я недостоин секса, я недостоин там чего-то такого, вот, я недостоин. Вот в частности речь, вероятно, идет об этом. Ну, как я думаю, вот. Я могу, конечно, ошибаться, вот. Но мне видится пока что ситуация именно такая. Так что работать с комплексами, совернуть себе. В том числе с личностным ростом. Вполне возможно. Если у вас будет к этому желание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.